Короче, начинаем. Всем привет заново. Да, вот. Всем здорово, это часть вторая. Так как по техническим проблемам там у Кеновича свет выключили. Да, электричество отрубилось. Да. Но здесь мы продолжим. Да. Ну, сейчас, тогда секунду. Так. Так. Ну что, мне заходить тогда, да? Заново. Кеныч. Угу. Ладно, я захожу. Когда выйдет Archange, мы будем ее играть очень долго, у нас будет очень много портов. Будут как стримы, так и обыкновенные будут видео по одиночестве. Также у нас будет третий человек еще один, который будет тоже играть Archange. Я думаю, он больше расскажет, чем мы. Не так ли, Кенович? Возможно. А мне кажется, невозможно, а точно. Я уверен. Так, ну сейчас мы хотим шуточку одну рассказать. Подожди, сначала к лодочкам придем. Чё ты говоришь? Сначала придем к лодочкам. Ну да, там и шуточку и расскажем. Угу. Да. Честно говоря, скажу, ребят, Guild Wars 2, она не очень интересная игра. Может быть, кому-то покажется, да, интересной, но... Не для меня. Тут нету стандартных квестов, к которым мы привыкли. Тут обыкновенные сердечки однообразные, которые убей, собери, одно и то же все время, больше ничего. Да, конечно, есть и отдельные сценарии, которые ты проходишь, но они тоже так однообразны, что становится скучно с 10-го левела, я вам абсолютно серьезно говорю. Ну, Кеныч подтвердит, не так ли? Угу. Когда мы, конечно, тратили по 50 евро, думали, что это просто прекрасная игра, но графика да, стилы да, классы да, все остальное да, круто. Ну а сама игра как-то не очень, даже очень не очень. Ладно, ты где, Кенович? В каком-то месте застрял. Ты застрял? Почему ты тут? Тебя на мосту тут нет. Ну вот я тут застрял, в дырке. Ах, вот он ты. Я же карлик маленький. Выходи оттуда. Куда, как? Пошли за мной. А, все нашел. Так, а, вот лодочки. Ну да. А я думал, где это лодочки будут? Фига, сейчас на нее, опа. Черт, я не туда прыгнул. А я прыгнул, только теперь не выбраться. Так, как же мне туда? Прям... Ай, блин. Проклятие. Блин, я в воду упал опять.
Опа, кстати, на. Здесь есть паркур. Хочешь паркурчик? Запрыгал. Ну что, Кенович? А, да. Давай. Короче, идем мы в торговый центр. Ну, по улице гуляем, да. Ну, с Ромычем. И, короче, это... Ехали мы туда всегда на таком автобусе, где у нас возникают идеи, потому что там очень много рекламных плакатов всяких там. Ну и вообще такая атмосфера, что там идеи возникают. И вот однажды мы на одну минуту опоздали на автобус и пошли домой пешком. А домой было пешком идти очень далеко. Вот мы шли-шли. Вот мы шли-шли и... Пришла такая идея. Надо назвать компанию обзор игр Iowin Games. Такое думали. Точно, что ли? Потом что-то все-таки не назвали, но. Я такой говорю. Iowin Games, да? Ну, неожиданно, конечно, я сказал. И потом я такой. А Арчейч будем играть. Мы такие. Лодка будет тонуть, мы такие Iowin Games. Ну супер же, ёк. Не, вы, конечно, может быть, шутку не поняли, но то, что мы там говорили за этот весь вечер, то она очень в тему. Ну всю дорогу, конечно, смеялись, было не остановиться вообще. Я в жизни так не смеялся. Ну она вообще как-то так по-другому, неожиданно вышла. А или как ты еще по-другому делал? Как ты там по-другому делал? Iowin Games! Еще как-то я не помню. А, всякие там были варианты. Все, Кеныч, теперь Билл Гейтсов много. Да, да. Или как этот самый... Кто в доту играл, тот знает, там этот Пуч говорит. Ха! Фрешмейт! Ну вот. Я такой... Iowin Games! Ха-ха-ха! Да, супер. Так вот. А ты где? Ты же куда-то пошел, я тебя потерял. Как это пошел? Я рядом около лодки на мосту. А-а-а. Я все думаю, го в подземку сходим. Я уже не помню, где это было подземелье. Давай в первое подземелье там сходим. Где там? Видишь, там называется... подожди. Даунген. А давай мир против мира. Мир против мира невозможно сейчас идти. Почему? Или можно? Нельзя. А, нельзя, да. Это сам, ну go. Так, где там было? Это самое. Короче, карту врубай. Ну, карту. Телепортируйся. Видишь, там на самом верху около город, такой круглый город. А, человек, ну. Город человеческий, видишь? Он называется Divinity's Reach. Да, и там рядом есть подземелье. Видишь, там немножко пройтись вправо. Я тут только телепорты вижу. Телепорты? Давай телепорт. Какой у тебя телепорт самый близкий? У меня все телепорты тут открыты. Ну, иди в телепорт Battle Outing. И какой же это телепорт? А он сверху немножечко. Справа и сверху. Он на зеленой травке? Да, и там еще такое маленькое сердечко. Короче, маленькое сердечко и домик такой. Батлтан? Да. А, иду. Гоу туда. Конечно, честно скажу, телепорты в некоторых местах очень дорогие, так что... Да. Вы не обращайте внимания, здесь водочку попиваю, так что... Секундочку. Да, игра, конечно, действительно очень красивая. Ну так. Графика потрясающая. Так, ты где там? А, вот. Ну чё, гоу подземелье. Даем что ли? Да нет, я не знаю, кого-то наберем. А тут что, поиска нет автоматического? Я, блин, больше не помню просто.
Знаешь, Кинович, если был бы поиск автоматически. А вот find more people using LFG. О, здесь поиск появился. Ага. Ного. Неожиданно. Активы. Давай, ищи ты, короче. Да, вот это уже приятно. Знаете, с поиском, вот кто английский язык плохо знает, тому будет уже классно. Здесь можно без какого-либо разговорника пройти. Ну что, она ищет? Ух, не... О, нифига себе, уже нашло. Одного человека еще надо. Да, вот это поиск. Все, я ГВ играть начну. А просто войдем в подземелье? Да. Че тут выбрать-то надо? Неймор 5 ему так далее. Короче, в 45 левел пойдем или в 40? Подожди, подожди, это story mode 40 левел. Подожди, это самое. Сейчас все будут игроки, тогда нас пустят. Подземелье, скажу, сложное, но сейчас в новых дополнениях улучшили, насколько я знаю. А, вот, go. Go? Ну, у тебя пришло табличка. Да. Вау, поиск появился. Неожиданно, ребята. Это для меня лично большая новость. Вот что значит все лето не играть. Угу. Ух ты, и мы все уже тут. Я не понял, почему я в ГВ до сих пор не играю. Подожди, у меня еще загружается. А вот. Ладно, пойдем. Подожди, куда этот пошел? Чё-то он в домик пошел, очень интересно. Да, да, да. Задание он пошел какое-то брать, нет? Чё-то он ничего тут не брал. А, он этот квадратик получил. О-о-о. Скип, конечно, я уже видел. Все, теперь... Я все думаю, а где звук? Звук? Секундочку. Вот, теперь есть. Кеныч, за нами иди. Почему-то все проголосовали именно за это, а я сверху проголосовал. Ладно. Я уже нифига не помню, что тут делать надо. Подожди, тут босс должен первый быть. Сколько я помню. Так, идем мы куда-то. Куда-то, блин, куда-то. Загадочное место. Что-то меня Вов напоминает. Не понял, кого он бьет? Ах, вот он. Ты человечек. Эй, как нечестно, чуваки. Не надо мне так. Ты видел, я неисчезаемый становлюсь на секунду. Это какой-то баф, что ли? А кого мы бьем? Почему я стенку бью? Да нет, они как-то, не знаю, по-другому зашли как-то. Че они вообще делают? Во шторм еще лето не играть означает. Вот именно, я вообще не знал, что поезд есть. Это вы хоть знаете, ребят, сколько времени требовалось? Я вообще не понимаю, что они делают. Подожди, я пойду в другую сторону, там может через дверь надо. Да я тоже не пойму. Что-то как-то... Вот дверь. Вот.
багеры вонючие.